С вами Ева, и мы продолжаем играть в Папо энд Йо. Робот показывает нам какие-то странные мультики. Собственно, вообще не доверяю я этому странному желтому человеку, потому что он... Сперма-пиджак, блин, он был такой офигенный. У нас нет выхода. Робот заставляет нас идти за ним. Почему вообще я слушаю эту игрушку? Почему я слушаю игрушку? У меня есть собственное персональное мнение. В конце концов, я человек. Эта игрушка должна слушать меня. Она подчиняется мне и моим законам. Хотя, ладно, что я говорю. Вообще, в этой игре все очень странно. Вот так. Кико, we need to get to the other side. And I can help. Окей, хорошо, я поняла. Кико говорит, нам нужно добраться до той стороны. И я тебе в этом помогу. Как я понимаю, с помощью робота мы сможем... Ну, конечно же, мы не пропустим. Просто это фантастическая коробка. This is Lula, your awesome robot. Awesome, точнее. Это Лула, твой офигенный робот. Нет, нет, одень еще раз коробку. Мы должны скинуть ее вниз. Ты что, забыл по лучшим традициям? Скинуть коробку. А где твой ботинок? Блин, ничего себе, он мало того, что пиджак, и спер еще и ботинок. Офигеть. Блин, а граффити тут потрясающие. Давайте мы этот скриншот тоже сделаем. Давайте будем фотографировать все граффити, которые найдем в игре. Так. Робот, я, конечно, понимаю, что дружок ты хороший, но я... О, фух, слава богу. Лула Пауэр. Лула Пауэр, Лула Пауэр. Прям какой-то митинг, не знаю, напоминает такими фразами. Так, давайте сначала внизу посмотрим, побегаем, что тут есть, а потом уже наверх. Ясно, внизу нет ничего. Потрясающе. Нет, стой. Давай сюда. Кико и Лула, значит, наши главные герои. Ага, хорошо. Блин, чувак, мне кажется, тебе все-таки стоит найти ботинок. Без ботинка по холодным крышам детям лазить нельзя. If you point me to the switch, I can open it. Хорошо. И как мне тебя перебросить, дружище? Если, говорит, ты меня туда забросишь, я смогу это открыть. Send Lula with right mouse button or Q. Q удобней. Здорово. Этот робот может нам еще пригодиться. Ой, я забыла. Я забыла, что нужно прыжок жать, чтобы прыгать. Это ты... Офигеть. Офигеть. Играю, значит, я примерно лет со скольки? Лет с 8, наверное, играю в компьютерные игры. И я до сих пор не выучила, что чтобы прыгнуть, нужно жать пробел. Ну, в смысле, вообще прыгать. Так, и куда? Давай сначала сюда. Люда. Что, что, что ты открыл? Здорово. Давай сначала вот это мы оденем, посмотрим, что нам вообще говорит коробка. This is the Lula Switch. О, да неужели, дружище, да неужели? А, это типа, если я упаду, все, я поняла. Можешь не объяснить. Ага. Ладно, давай. Чего тут происходит? Ой, ну как это я сразу не догадалась? Конечно. Какие-то тут, блин, червячки подо мной, под ногами пролазят. Что это? А, я думаю, это капитанная комната. Даже готова была спрыгнуть, сброситься. Не думая, в потайную комнату. Давайте в лучших традициях мы сбросим коробку вниз. Мы же не можем оставить ее просто так здесь чахнуть. Коробочке не будет интересно. Блин, она застряла. Надо в другое место. Да хватит показывать эти картинки. Я все равно пойду и скину эту коробку. Вы не остановите меня. Попытка номер... Фо, если я не ошибаюсь. Лула! Да что ты будешь? Лула. Лула, ну зачем ты это сделал? Ой, ладно. Своей манией сбрасывать коробки, я, блин, целый уровень профигачила. Так, давай, Лула. Лула! Настал твой час. Двигайте меня. Здорово. Так. Saving checkpoint. Здорово. Дальше куда? Ну, очевидно, что открыть нужно эти ворота. Что? Я уже была здесь.
Точно, я уже была здесь, мы просто оббежали это кругом. Что? Куда поехали? Это что за хрень? А! Огромный таракан! Блин, вы тоже это видите? Я еду верхом на огромном таракане! Я еду верхом на огромном таракане! Господи, господи, господи! Офигеть! Где моя лягушка? Она должна это видеть, а коробку все-таки завернула на место. Чувак, у тебя есть глаза? Ну да, двери, окно и твои глаза. Можно ему спрыгнуть на ноги? Блин, ладно, я не буду рисковать. Это может быть опасно. Спасибо, дружок! Учи, какая зёйка! Спасибо, мой сладкий. Давай, Лула, действуй. Что такое? Окей, допустим, это было нужно. А, ну да, нам, по идее, туда, значит, надо забежать, если это... Нет другого выхода. А может быть... Ай, башкой бьюсь. Бывает такое. Ладно, Лула нас высоко подбрасывать не может. Видимо, Лула слабачок у нас пока что. Я надеюсь, его можно будет прокачивать. Здорово, да? И куда мы пришли? Лула? Ты сделал какую-то хрень. А, все, кажется, я поняла. Ну-ка, попробуем. Лула! Поднимай меня. Господи, какая же Ева молодец. Ну хотя да, это просто задача для детей 4 класса, поэтому я был. Поэтому мне было не столь сложно их решить, как говорится. Я так не люблю такие серьезные повороты событий, они меня разочаровывают. Я начинаю сомневаться, что делаю все верно. Куда дальше? Ого! Ого! Хороший мирок, собственно. Вот так бы везде. Знаете, в банк, например, так ворота открывать. Я буду не против. А чё, вода спустилась, да? Все, я поняла. А, вот тут она и убралась. Все понятно. Фу, каким-то канализациям бегаю. Прям как в Outlast, слушайте. И водичка-то не особо чистая. Я бы сказала, даже коричневая. Подванивает. Ну-ка. Что ты мне откроешь? О, еще одно граффити. И зачем эта труба так повернулась? Хм. Ладно, значит, нам нужно спрыгнуть. И потом... сфотографироваться на фоне граффити, конечно же. Сделано. Давай еще раз попробуем. Нам, наверное, нужно сначала туда забраться, да? Потом уже поднимать. Ну точно. Лула! Поехали, Лула. Чего? Чего? Между прочим, я сюда забежала только что. Как вышло так, что я больше не могу выбежать обратно? Окей, хорошо. Допустим, я сделаю вид, что так и должно быть. Значит... А вот, кажется, и тот самый монстр... Ну, в трубе же он не может причинить нам вреда. Или может? Я уже боюсь. Как я знаю, разъярён он сейчас или нет? А? Ну, парень идет, я смотрю, прям вообще еле-еле, чтобы не спугнуть бедного монстра. Ну, в смысле, наоборот, привлечь его внимание. Блин, по-моему, он все-таки опасен. Раз так топает и... Я не хочу уходить отсюда. Зачем вы мне открыли проход? Тут же какая-то хрень наверху. Ладно. А, вот, он вроде он дружелюбный. Как я узнаю это? Что делать? Что ты чешешь свой затылок? Это друг или враг? Что? Блин. Почему только я переживаю за твою жизнь? Ты за нее сам не переживаешь. Давайте пойдем вниз, ладно, посмотрим, что там. По-моему, это коробки, да? Нет, не коробки. Это... Хм. Ну, в смысле, для чего-то это, конечно, надо. Ладно, я пока не вижу третий квадрат. Где у нас третий квадрат? Пацаны. А, вот. Как мне... А, ну, с помощью Лулы, конечно. Что ты мне скажешь, великая коробка? Is something missing? Нет, все в порядке, дружище. А, стоп, одеваем коробку. Что ты делаешь? Что это было?
Ладно. Попытался выкинуть робота, но... все, я поняла. Нам подсказали то, что если пропущена деталь, то вы можете как раз ее взять таким образом, как дети крадут пироги. Коробку скинуть надо. Оп, прощай, коробка. Эй, коробка! Почему ты не упала? Мы так не договаривались. Упала коробка, но только вместе со мной. Блин, ладно. Так. Я поняла. Дважды объяснять не надо. Ну, бери же. Так, пошли. Да ничего страшного. Да, ты прыгаешь же, наконец. Ну, а теперь можем идти спокойненько себе. Пирог мы сперли, главное от мамы. Хренделей не отхватить. Ну, вроде мама тут нигде рядом не ходит. И коробку, почему же я не могу кинуть эту коробку? Меня это напрягает. Так, ладно, это место далеко, квадратика. Я думаю, не поставим этот квадратик сюда. Слышь? Слышь? А, да, эй, овца! Давай, короче, обмен. Я тебе вот это. Смотри, я тебе вот эту коробку. Вот эту. Она очень классная. Подожди, смотри, какая коробка-то классная. Возьми ее. Ну и все. Вот все девушки такие. Не хочешь, не надо. Я вон пойду. Другое место надо. Я хочу перебраться через нее и посмотреть, что есть на другой стороне. Раз девка не хочет отдавать мне коробку. Так, уже вечереть, что ли? Странные окна, они открыты, а там ничего нет. О, прям как у многих людей. А-а-а, кукла. Блин. За то, что я нахожу эту куклу, наверное, все-таки что-то потом будет. Только потом. Ага, я нашла. Тут есть какая-то хрень, которую можно потянуть. Здорово. Я оценила. Ну-ка, давайте погоняем эту девочку немножечко. Да сюда! Вот теперь она пускай там стоит. И сейчас отхватит она. По полной своей девчачьей программе. Как же я люблю играть мальчиками. Хо-хо-хо-хо. А вот хрен там был. Все, запаниковала. Вот так. Маленькая. Вредная. Бабочка, я не знаю, не хотела ее обзывать. И бабочка это все, что я смогла придумать. И куда мы попадем? Эй? Куда-то не туда. Ой, мы забыли зайти к монстру. Он же пошел спать, а мы к нему не зашли. Ну или не спать, может, он поесть пошел готовить. Блин. Опасность. Я хотела посмотреть на него вблизи, он вроде добрый был. Ну да ладно, не страшно. Шел уже 28-й день нашего побега. Никто так до сих пор и не узнал, что я не побывала в норе у монстра. О, привет! Я побывала в норе у монстра, оказывается. Хм. Коробка сексуальности. You can climb on monster's belly while he's sleeping. Понятно, все. Окей. А, нет, стоп, ну-ка еще раз. Одень, одень, я кое-что не увидела. Move the camera to look at where you want to jump. Press space and jump high! Отлично. То есть мы должны забраться на этого монстра. И... Вот туда, да? Ты! Отлично. Просто эпично, я бы сказал. Ничего себе, вот это граффити. Ай, я не успела его сфотографировать. Что я делаю? Ого! Я выпускаю монстра на свободу, что ли? А почему я бетон заворачиваю, как листочки из книжки? Ладно, сфоткаюсь на фоне огромного красивого граффити. Есть. И на этом мы закончим с вами очередную следующую серию. Мы увидимся с вами в следующей. И, конечно же, узнаем, что готовит для нас Кико и Лула. И вот этот вот монстр огромный, который вроде как кажется мне пока что добряком. Здорово. Здорово. Мы можем хватать орехи и кидать его в монстра. Давайте пойдем и кинем. Здорово, чувак. Он любит кокос, что ли?
класс. Ну, в общем, я уже с вами попрощалась, поэтому пообщаемся с Добряком с вами в следующий раз. Ап, нет. Смотрите, какая няша.